Всем привет, друзья! У нас жара, жара после обедни. Малыш спит. А вы знаете, куда я ходила? По грибы. Это рядовка майская. Вы, наверное, ее знаете. А кто не знает, вот посмотрите. Вот так вот она выглядит. Такие вот кучерявые пластиночки частые. Пахнет мукой. Я беру ее каждый год. Она бывает часто червивая, но все равно... Среди множества грибов можно найти на жареху. Мукой пахнет. Вот такие вот грибочки. Посмотрите. Разные. И вот буквально за 3 минуты я нашла вот такое количество. А я все любуюсь кактусами. Эскобария все цветет и цветет. Расцвел шикарнейший гимнокалициум. Посмотрите. Я еще не показывала в этом году его вам. Посмотрите, какие оттеночки у лепесточков. Красивый. А вот гимнокалициум лианум расцветает. Вот и цериус на подходе. Напишите в комментариях, собираете ли вы майские грибы. Ходите вы в лес? Ездите или пешком. Вот эту прививку я делала в апреле прошлого года. Видите? И мне вот интересно понаблюдать за ней, будет ли она в этом году цвести. А это прививки, которые делала я вместе со своим кактусным клубом. Ну вот им пока даже дня нету, один день, да? Еще не знаю я, как они примутся, не примутся. Посмотрим. Хочу еще сегодня остановиться на вот этой опунции. Это опунция зебрина. Посмотрите, какое у нее интересное тело, как у змеи. И вот так вот она из одного небольшого членика пошла и пошла в сторону и выросла. Ну что ж, друзья, я не буду вас долго задерживать сегодня. Просто напоследочек покажу мамилярия Тереза белоцветковая и матукана белоцветковая. Какие прелестницы, правда? А у вас есть эти кактусы? Напишите. Желаю вам всего самого наилучшего. Обнимаю вас с любовью. До свидания.